все эти шары. Они сейчас все заполнены. Так, накручивание себя по пустякам. Накручивание себя по пустякам. Ты специально выводишь меня на ревность. Как это назвать? Провоцировать на ревность на живот. Провокация. 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 Провокация на ревность. Это каким образом? Как? Когда мы с тобой ругаемся. Аня, полетели в Сочи со мной. Танцы и обливание молоком на столе. Ну все же, это только один раз будет. Ну вот и все. Не будем повторять ошибки танцев и обливания. Это еще не все. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. А когда Ксюха говорит, ты сидишь и слова не можешь вопреки.